Вместимость нового мусорного контейнера 5 тонн. Каждая площадка оборудована тремя такими емкостями. В микрорайоне Нурсад под них выделено 20 мест. Раньше одной такой площадкой пользовались 4 двора, и жители помнят то время, когда в баки выбрасывали только твердый бытовой мусор. К другим неудобствам старых контейнеров можно отнести наличие устойчивого запаха гниющих отходов и вероятность воспламенения мусора. Используя новые емкости, об этом можно забыть. Бунын глубинасы 2,5 метр. 2,5 метр. Бул полностью мынакан дейин көмүлөт да, потому что бул бийиктеп кубатканы ана жаш балдар неган кезде түшүп кетпесин деп атыр. Сол үчүн сал болсо балдарга ылайык дейбиз, үлкөн адамдар келип мына крышасын ашып, кайтып крышасын жаап коёт. Жители Нурсата коснулось еще одно изменение. Теперь вместо компании «Орион» новые технологии их будет обслуживать ТО ЛТД «Турмыс». Поэтому горожанам необходимо заключить с поставщиком услуг новые договоры. Оказывать услуги по вывозу отходов компания ЛТД «Турмыс» началась 22 августа. Новые договоры подписали почти половина юридических лиц, расположенных в Нурсате. Подписать договоры с остальными потребителями специалисты коммунальной компании планируют в ближайшие дни. Данияр Худайбергенов, Антон Семенов, Платон Леденев, информационная служба телекомпании «Отрар».